Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Коммерсанты вынуждены рассчитывать только на себя. В этом году предприниматели обязаны вести дела по новым правилам. И об этом шла речь на днях в коворкинг-центре. С клинскими бизнесменами встретился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. Такие встречи проводятся регулярно. Их цель – консультации и помощь в решении конкретных проблем. Системно, ну, в первую очередь, конечно, это проверки, контрольно-надзорные органы, неправомерные действия, либо бездействия правоохранительных органов, к глубокому сожалению, есть эта проблема. Не уходит с повестки дня вопрос, касаемый нестационарной торговли. Ну, или, допустим, сейчас вот в последнее время мы достаточно серьезно занимаемся вопросом, связанными с вывесками, вопрос, связанный с рекламой. Ну, мы тоже вынуждены заниматься этой проблематикой. 60-70% обращений, как правило, решаются прямо на месте, отмечает бизнес-омбудсмен. Спорные ситуации требуют детальной проработки. Представитель фабрики «Золотой гусь» рассказал о якобы предвзятом отношении со стороны Роспотребнадзора. Вопрос, касаемый Роспотребнадзора, да, ну, действительно, те факты, которые мы сегодня услышали, где-то они вопиющие, да, и вместо того, чтобы помогать предприятиям, да, мы видим, что есть реальный какой-то прессинг, есть некие барьеры. Эти вопросы мы взяли в работу, я надеюсь, в достаточно оперативном порядке вопросы эти порешаем. В ходе встречи обсудили и другие актуальные вопросы, в их числе обязательная работа на онлайн-кассах, а также перерегистрация юр-адресов коммерческих предприятий в налоговой.